Всем привет! Вы на канале Гаджетмания, Лесополоса. Тут прекрасная вот такая вот машинка раздолбанная стоит. Суть не в этом. Новое видео. Я начинаю. Поехали. Итак, сегодня я вам расскажу и покажу народный смартфон половины 2020 года. Почему народный? Ну, потому что его любят все и покупают все. Стоит он 37 тысяч рублей. И это Honor View 30 Pro. Вы скажете: стоп, Паша, а где же твой всеми хваленный Realme X2 Pro? Ну что ж, я смартфон полностью протестировал, он обязательно стоит своих денег, но пора двигаться дальше, так как я не миллионер и не могу их складывать вокруг себя. Для того, чтобы купить следующий, пришлось продать это. Хотел брать что-то из айфонов, потом подумал, ну за эти деньги я ничего хорошего как бы не возьму. Бюджет был там, ну, 30-35 тысяч рублей. Honor View 30 Pro, это первое впечатление, распаковка, RST, черный, 256, 8, ну, в общем, давайте смотреть. Ну вот, я вернулся из магазина, давайте будем распаковывать. Вкратце расскажу, не совсем понравилась покупка приобретения в ДНС, почему? Потому что я в городе посмотрел, для того, чтобы можно было применить там кое-какую акцию, они во всех магазинах, пункт выдачи, потому что сейчас, ну, сами понимаете, какое время, по одному штуке, я выбрал ближайший к себе, когда пришел, они мне говорят, так, как бы, вот, молодой человек, пожалуйста, на витрине стоит, будете брать? Я говорю, ну, бог с ним, давайте я посмотрю. Он достает его, а телефон, соответственно, распакован, ну, не совсем хочется витринку брать за full price, да? Но бог с ним, что он распакован. То есть я посмотрел, вроде как пленочки не были сняты, не снимались до этого. Но я обнаружил на одной из граней как бы коцку. Думаю, ну нафига мне это надо? И, в принципе, организовал сам. В принципе, почти никто мне не помогал из сотрудников. Организовал перенос заказа в другой магазин, куда позвонил тоже сам. И там оказалось, что телефон запакован. При этом я приехал туда буквально через час. И мне сказали еще бы несколько минут, ну, может быть, час-полтора. И мы бы тоже его поставили на витрину. Не совсем понимаю политику партии магазина ДНС в плане витринные экземпляры при этом не уведомлять, потому что в других магазинах, конкурентах, там, в Видео, в Эльдорадо, указывается, если это витрина, во-первых, она чуть ниже продается по себестоимости, да, во-вторых, как бы, ну, указывается, такие моменты указывают. И для большинства, ну, покупка не 3,5 тысячи рублей, а почти, ну, 37 тысяч рублей, это достаточно существенные деньги. В этом видео мы распакуем данный аппарат, посмотрим на его внешний вид, послушаем мои впечатления, понравится, не понравится, расскажу. Вы должны знать, что здесь отсутствуют Google сервисы, но вроде как их можно сюда установить. Будет отдельное видео, потому что без Google сервисов, конечно же, не совсем будет полноценное использование. В общем, поставляется это все в такой коробочке. Память 256, что для меня было удивлением. Я думал, это 8128. Соответственно, прошка 256 гигов, черный. Я хотел именно черный, а не синий. Вот такая вот коробочка. Она запечатана. Моделька полночный черный. Производство март 2020 года. Сделано в Китае. Ковано непосредственно таким вот образом. Так, давайте аккуратненько я вскрою и будем рассматривать, что он из себя представляет. Ну, мне на самом деле, как бы, я никаких претензий к предыдущему своему телефону не имел, а это был, как вы знаете, зрители моего канала, вы можете посмотреть, я снял несколько видео в смартфоне Realme. Телефон могу смело рекомендовать, он по-любому стоит своих денег по одной простой причине. Там хорошая качественная матрица, то есть хороший качественный экран, при этом это AMOLED 90 Гц, естественно, Full HD. И при всех этих вводных, как бы, он стоит, ну, адекватных денег, то есть за него просят адекватный прайс. Почему я распаковываю так? Ну, потому что я хочу, чтобы все гаджеты, которыми я пользуюсь, как бы были практически в первозданном виде. Так, открываем. Может быть, кому-то покажется, что это нудно, долго и так далее. Ну, что ж, друзья, у меня такой стиль вещания. Как говорится, не нравится. Ну, значит, нравится. Его откладываем пока в сторонку. Смотрим по комплектации. Комплектация, кстати, здесь средняя по богатости. Присутствие чехольчика, который должен присутствовать в комплекте. Есть у нас USB Type-C провод. При этом это такой достаточно качественный провод. Здесь синенькая внутри. Есть у нас Type-C мини-джек 3,5 для того, чтобы подключать наушники, ну или гарнитурку. И вот такой вот 45-ваттный, точнее 40-ваттный супер фаст чардж зарядный блок. Клево, я очень был рад 30-минутной зарядкой от компании Realme. Это действительно было круто, потому что ни один телефон не может похвастаться за 30 минут до 100%. При этом, я как понимаю, там два аккумулятора и оба заряжаются моментально. Что у нас здесь еще есть? Есть вот такая вот бумажка такая, она не совсем интересна. Есть у нас гарантийный талон, который, по сути, в течение 2 недель надо проштамповать в ДНС. Ну, не проштамповать, есть чек, поэтому гарантия распространяется 1 год. Рекомендую брать по ссылкам в описании. Лучше всего это делать на официальном сайте Huawei. Там вы сейчас в подарок получите часы, причем стоимость часов достаточно существенная. Я хотел купить здесь и сейчас.
сейчас, поэтому ссылочки на все магазины, кому где удобно, у кого может быть где-то баллы есть, вам видео, в Эльдорадо, я оставлю в описании, для того, чтобы вы могли пойти и посмотреть. Также есть в комплекте вот такой вот замечательный чехольчик. Чехол обычный, стандарт, который китайцы кладут себе, точнее нам, в комплект. Мне кажется, что они сделаны все из одного материала, из ТПУ вот этого пластика или силикона, то есть это действительно силиконовый чехол. Мне понравился силиконовый чехол на Realme X2 Pro, потому что он был достаточно плотный, и при этом, я как понимаю, со временем он, ну, во-первых, он серого цвета, со временем он не должен желтеть. Здесь также у нас присутствует вот такая вот иголочка для того, чтобы вы могли поставить две сим-карты. Что у нас по техническим характеристикам? Поликирин 990, поддерживающий сети 5G, это очень хорошо, потому что, ну, когда-нибудь, наверное, будет работать и в России. Если телефоном пользоваться несколько лет, и эта технология до нас дойдет, то, соответственно, вы сможете использовать 5G. Задел на будущее сейчас не работает, много слухов, много домыслов про 5G. Не будем, скажем так, усугублять ситуацию без того не очень хорошую в плане, там, он что-то излучает. В общем, это полное, как бы, мне кажется, недоразумение и не имеет места под собой никакого. Итак, вот так вот выглядит телефон. Я сначала подумал, что это будет некая лопата. Для меня, в принципе, конечно же, 6 лишним дюймов это большая диагональ, но я уже привык, что нормальный телефончик вы не купите. 8256 по техническим характеристикам, 990 процессор Kirin, IPS экран, Full HD, две камеры спереди, три камеры сзади, у нас еще и мейки здесь посыпались. Три камеры сзади. Очень понравилось то, что широкоугольный модуль умеет автофокус. Этим не могут похвастаться другие, скажем так, представители этого ценового сегмента. Да и не только этого ценового сегмента. Цвет черный, но я вот вижу здесь, что я уже смотрел несколько видео Алексея Игнатьева о том, что действительно он отливает в такую некую темно-синий цвет. Мне нравится, как он переливается. Давайте откроем экранчик и произведем первое включение. Собственно, давайте сначала смотрю я его на вот здесь вот был, на том телефоне, где я, который я не стал брать на витринном образце. Здесь этого нет. Я осматриваю всегда при наличии каких-либо дефектов из коробки. Пока этого не вижу. Вроде как все ок. Снимаем пленочку. Очень клево. Кончик пока в сторонку. Пленочку я сейчас вот тоже вот так вот. Да, я отношусь вот так вот к гаджетам. Можете как бы перемотать такие моменты. Можете посмотреть, кайфануть, скажем так, вместе со мной. И убираем. Почему я это делаю? Ну, потому что я люблю пользоваться устройствами, чтобы они действительно выглядели. Так, у нас здесь немножко отошла пленка. Есть пленочка на экране. Будет ли включение? Я думаю, что будет. По органам управления. Здесь нет никаких сканеров в экране. Здесь очень удобный сканер на правом торце устройства. И он очень быстрый. То есть эта кнопка вместе со сканером срабатывает очень быстро, очень моментально. Опыт у компании Huawei, у компании Honor большой в этом плане. Практически безрамочный экран. Есть вот небольшой подбородок снизу. В общем, практически одинакового размера рамки у нас по всему периметру экрана. Давайте произведем первоначальную настройку, выберем русский, регион Россия, я принимаю вышеизложенное, пока пропускаем, это тоже пропускаем. Далее, включить защиту для предотвращения несанкционированного использования, настроить разблокировку, сканирование отпечатка пальцев, настроить распознавание лица. Так как четырехзначный пин-код, повторим, не надо пока, регистрация, все это дело зарегистрировано, пропускаем, пока дополнительных служб никаких не делаем, обновлять вручную. Так, настроить как новое устройство, восстановить из резервной копии, перенести данные с другого устройства. Давайте пока настроим, пробовать жесты, давайте попробуем, отлично, с другой стороны тоже отлично. В общем, первоначальные настройки такие, как бы, ну, прикольно. То есть он тоже у нас отлично. Внешне мне, конечно же, раньше это был Emotion UI, когда все они сотрудничали с Google. Сейчас это Magic на базе 10-го андроида. Тоже вы посмотрели все инструкции. Все отлично. Готово. Жесты, да? Конечно, жесты. Зачем нам кнопка? То есть, в принципе, интерфейс не изменился с годами. Он до сих пор мне не нравится. Я сразу устанавливаю лаунчеры. Многие спрашивают, те, кто смотрит мои видеообзоры, вообще мои видео, блоги, они спрашивают, что и как я настраиваю внешний вид интерфейса рабочих, ну вообще внешний вид операционной системы на устройствах Huawei и Honor. Я устанавливаю все просто. Я устанавливаю бэкап лаунчера нового, который у меня уже несколько лет я им пользуюсь именно на устройствах Huawei. И все так. В общем-то, темы по быстродействию. Ну, смотрите, тут, конечно же, все из коробки будет работать очень и очень хорошо. Почему? Потому что оно, во-первых, новое, во-вторых, мощное, в-третьих, как бы, ну, почти 500 тысяч баллов это все дело набирает. Здесь очень-очень хорошие камеры. В какой-то степени эти камеры могут конкурировать с такими устройствами, как iPhone 11 и, допустим, iPhone 11 Pro. Почему могут конкурировать? По фоточасти, да, могут. По видео не сказал бы и, скорее всего, нет. Но при этом за эти деньги, за 37 тысяч, пользователь получает
занимает максимум. Ладно, и компактно собранное устройство с очень большим экраном, симпатичное на вид, модным модулем камер. Камеры здесь на 40, еще сколько-то мегапикселей. Да на самом деле не важно. В первом впечатлении, в распаковке эти такие сведения они не совсем нужны. Они здесь, соответственно, основная, широкоугольная и разблокируется моментально. Давайте включим камеру. Далее, позже так место не будем включать. Широкий угол, телевик 30, естественно, это уже софт идет. И обычный единичка. Видеоустройство. Видео, соответственно, пишет 4К. При этом это можно настроить 60 кадров. Кодек можно включить H265. Сеточку включаем. В принципе, да, все. По видео никаких проблем. Есть неплохая стабилизация. Тесты будут. Установка Google сервисов, которых здесь нет, будут. Отдельное видео. Давайте послушаем звук. Динамик. Динамик здесь один. Ну, говорят, что он громкий. Давайте сейчас посмотрим, как он работает. Звуки и вибрации. Работает и работает, как бы. Окей. Мелодия вызова. Ну, достаточно такой, как бы, не сказать, чтобы объемный звук, но он достаточно громкий. Давайте включим на... Сразу нюанс, который мне не совсем нравится. Во-первых, мне не нравится, когда кнопка включения, в нашем случае это еще и сканер отпечатка пальцев, и качелька регулировка громкости не разнесена по разным сторонам. Это меня немножко смущает, но к этому можно привыкнуть. То есть здесь она находится чуть выше, чем кнопка включения, именно регулировка громкости. Но при этом кнопочки у нас не люфтят. Снизу у нас есть Type-C, единственный динамик, дополнительный микрофон, слот под карту памяти, сверху датчик приближения, еще один микрофон, второй. Здесь есть третий микрофон, модуль камеры. В принципе, наверное, все. На правой стороне я сказал, на левой просто ничего нет. Черно-синий, как бы, ну, можно разбудить так, можно так. В общем и целом, наверное, устройство стоит своих 37 тысяч рублей. Первое впечатление, ну, вы знаете, я как бы был готов к тому, чему я увижу, как бы, и оно меня не разочаровало. Меня разочаровало. Процесс покупки не совсем удобный, да, я потратил лишний час-полтора своего времени. С другой стороны, как бы, я все равно добился того, что у меня новое, хорошее, качественное устройство с официальной гарантией. Покупайте сейчас в России, потому что покупать с Китая сейчас, ну, во-первых, вы не получите гарантию полноценную, а здесь пошел, купил в магазин рядом с домом, и, соответственно, никаких проблем не имеешь. Буду устанавливать сюда Google сервисы, конечно же, их здесь из коробки нет, есть у нас AppGallery, скорее всего. То у нас о телефоне? О телефоне у нас следующее. Magic, на данный момент версия Android 10.3.0.1, 8.990, все как я говорил, разрешение 2400 на 1080. Я думаю, что какие-то еще сюда приедут обновления, я в любом случае буду вам об этом докладывать и рассказывать. Следующее видео будет об установке Google сервисов, потом будет видео о камерах, естественно, будет полный обзор. Сравнивать мне по сути сейчас не с чем, но может быть, если кто-то из производителей что-то пришлет, буду сравнивать с теми моделями, что есть на руках. Своих денег однозначно стоит. Первое впечатление, ладно, скроен, мощный, хороший, красивый, ну а покупать или нет, уже решать вам. Все ссылки будут в описании. Вам большое спасибо за то, что вы посмотрели. Пишите до нуля в комментариях, я обязательно прочитаю и отвечу. Тем самым я понимаю, что вы досмотрели именно до конца. Большое спасибо за поддержку, за лайк, комментарии. И совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.